Собрался проспать свою казнь? Меня бы все равно разбудили. Остался час до рассвета, Джек. Один час для побега из петли. Побег, какое сладкое слово. Есть план? Конечно. Просто следуй за мной, а? Осторожнее, здесь кругом стража. Руби без остановки, и они покойники. Берегись, сзади! Тебя заметили! Только глупец полезет драться со мной! Не жри меня! Я любитель криков! Дерешься, дружище. Заберись по веревке на платформу, а дальше перебирайся на ту сторону пропасти. Удачи, бродяга! Шибко любят махать саблей, ты это, сразу уходи в оборону. Мне сказали, что добро, отнятое у нас, спрятано в тайнике над оружейной. А тут сидеть такая скука. Понимаешь, о чем я, а?
пока держусь. Пока. Подумай, прежде чем нападать на Джека Воробья. Thank you.
слишком хорош для простых смертных. Начальника тюрьмы есть пушки и еще всякие штуки. Попробую ими воспользоваться. Да, и еще говорят, он знает что-то про ключ к сундуку Дэвид Джонса. Что бы это ни значило. Народу. Не
потеряй, Джек. Итак, что будешь теперь делать, парень? Отыщи неуловимую гадалку Тио Дальву. Она в Порт-Рояле должна быть. Она поможет восстановить пиратское братство, Джек. Это единственное, что спасет наши шкуры. Я был бы очень благодарен, но, к сожалению и прискорбию, я не вижу... Все наверх! Поднять паруса!